Аня, привет, вы смотрите, мы в Италии, тут все так красиво, и у нас с нами Марьяна. Да. Что-то всегда... Стойте, стойте, что-то всегда под музыку хочется танцевать. Да. Классно-то, да? Да не то слово. Классно не то слово. Кепка. Идем еще на фонтанчике, сейчас пройдемся. Да, вот это будет прикольно. Да, это большой какой-то центр. Ребята, если что, то мы в Италии и в Милане. Кстати, еще с нами Марьяна. Угу. Ленина подружка. Подружка. Тут маленький подружка, парк. Подружка. Лен. Посмотри, там какой камень и цветочки. Да, тут еще наши любимые леговские руки, да? Ручки, да, из лего. Ребята, посмотрите, тут фонтаны, тут сильно много лего. А в ручках там такая голубая штучка. И эта голубая штучка, это типа в руках вода, типа. Так. Эти коробки набрали воду, понимаешь? Угу. Все, я останавливаю пока видео. Да? Мои подписчики, всем привет. Ну все, останавливаю. Стойте. Смотрите, это и правда это лего. И там такое голубое на руках, потому что типа руки набрали водичку. Поняли, мои подписчики? А, да, голубого уже нет. Как это? Как это? Где вода? Кто-то стырил. А, есть капельки. Вот они. Кстати, я попытаться их можно достать. Кто-то разломал, но это реально было лего. И написано лего. То есть это реально было лего. А не какой-то там брикс.